Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Наступил третий день жизни у поросят. На 34-й день, короче, нужно обязательно проколоть их железо, так называемое. Сейчас мы это все дело будем производить. Ну, в общем, идем в ветаптеку любую и спрашиваем железо проколоть с поросят. Витамины Б, там, 1, 2, С, короче, все, что надо для нормального ихнего развития существования. Три куба. Колем на голову три кубика. Повторюсь, третий, четвертый день. Если поросята сильно слабые, то на четвертый день. Если нормальный, то на третий. Колем либо в ляжку, либо в шею. Но я в шею буду колоть. Хотя можно было бы и в ляжку, в принципе. Не бойтесь, он так кричит. Все, видите, если там болезненное, для него еще нет. Их немножко беспокоит, ну, покажи этого поросенка. Тот факт, что его там схватили и тягают. Но это не смертельно. Укол сделать нужно делать, ну, витамины делать обязательно. Так как у свиней, у поросят, у молоки нет железа, да, это? Да. Оно необходимо для того, чтобы усваивалось. То есть для роста. Обращение. Ну, в принципе, понятно за ухом, как это все делается. Держать, ну как держать? Можно за ногу, если одному за ногу там заднюю схватил вниз головой. У нас двое, у нас проще. Все, давай. Вы видите, он сразу успокаивается, так что не надо думать, что там ему что-то больно или что-то там вроде. Все, в принципе.